Здравствуйте, дорогие мои стрельцы! Вот у нас заканчивается уже середина января, и мы сегодня делаем прогноз на февраль 2020 года. Каким же он будет для стрельцов? Давайте узнаем. Спросим у карт Таро. У меня вот такие прекрасные карты Таро. Спросим у них, что же ждет стрельцов в 2020 году, в феврале месяце. Так. С вами выпала карта Отшельник. Отшельник — это девятый аркан. О чем же говорит эта карта? Эта карта говорит, что вам нужно как-то уединиться, уйти в себя на некоторое время. Потому что, чтобы вам никто не мешал со стороны. Когда вы будете внутри себя, вы будете лучше слышать себя, чувствовать себя. И будете лучше понимать свои проблемы, свои ситуации. Будете лучше сами оценивать. Вам предстоит период самопознания. Это время, когда следует заново оценить свою жизнь, связи и цели. Возможно, изменения, которые произойдут в жизни, которые должны будут произойти в жизни. И поэтому вам нужно необходимо сейчас вот, и вот это вот уединение. Давайте посмотрим, что же нам еще скажут карты. Здесь отшельник нам показывает поиск истины в чистом виде. Неиспорченные идеологии, предпочтениями или нуждами. Это время, когда вам нужно заново оценить свою жизнь, связи свои пересмотреть, возможно, цели какие-то исправить. Пока вас отвлекают заботы какие-то или какие-то знакомые, друзья, мысли, вы не можете заглянуть в себя глубоко. Смотрите, ведь у этой карты, у отшельника, у него ничего нет. У него есть только фонарь, который освещает ему путь, и посох для его же поддержки, и, возможно, для самозащиты. Все, на нем только балахон с капюшоном, и он находится в пустыне. Фонарь – это образ исканий и потребность в свете. Фонарь символизирует понимание и знания для достижения целей. Его не влекут какие-то почести, достаток. Ему нужно лишь закончить свои искания. И это и есть достижение его целей. Посох также может означать как и опору в ваших исканиях, а также защита от врагов. Итак, у нас выпали две карты. Давайте посмотрим, что же они значат. Нам выпала с вами первая карта — тройка жезлов. Жезлы – это обычно мазь, связанная с финансами, бизнесом. И тройка жезлов нам говорит о том, что... Возможно, у вас будет какое-то удачное сотрудничество, успех, практические знания, выигрыш, может быть. Начало, тройка вообще второго может означать как начало нового продуктивного какого-то периода. Может быть, новые возможности в карьере или какие-нибудь новые возможности в коммерческих предприятиях. Также, может быть, способствует вам какой-то успех, практическая помощь и знания.
карта, которая говорит, что может привести вас к финансовому росту. Тройка жезлов указывает на то, что сотрудничество, как и зрелые решения, является ключом к успешным действиям. Успех в бизнесе, переговорах, торговле. В общем, достаточно хорошая карта. Тройка жезлов указывает на то, что могут быть какие-то проблемы, но их можно разрешить здраво, оставаясь спокойными, разумными, исполнительными. И какие бы трудности у вас ни возникали, эта карта говорит, что вы их преодолеете. А эта карта означает Верховный Жрец, это старший пятый аркан. И эта карта, она не всегда на самом деле хорошая, потому что эта карта говорит о каком-то человеке, который пользуется абсолютной репутацией, и он главенствует над вами. Жрец использует свою власть, чтобы усилить свое собственное влияние на других. Эта карта дает вам выбор исследовать потребности собственной души или подстроить собственное «я» к требованиям других. Здесь вы будете принимать все-таки какое-то решение. Видимо, вы действительно обдумаете все спокойно, с погружением без посторонних. Примите решение, и оно будет достаточно успешным. Давайте посмотрим, что же еще нам говорят карты Таро для стрельцов на февраль месяц. Итак, выпала карта Туз мечей. Туз мечей у нас выпал с вами в перевернутом положении. А это говорит, что вы устали, у вас недостаток сил, у вас какие-то возможные из-за того, что вы устали идти, как снежный ком накручиваться, какие-то неудачи в делах. Туз мечей говорит о том, что вы одержали победу, но очень скоро появится, если еще не появилась, причина пожалеть об этом. Это может быть и начало каких-то отношений, и эмоциональных конфликтов с окружающими. Так что это такая масть мечей, причем еще и туз. Такое что-то мощно разрушительное. Старайтесь все-таки, обдумав, принимать решения самостоятельно, а не позволяйте, чтобы за вас кто-то это принимал решение. Потому что карты говорят, что, в принципе, у вас должен быть успех финансовый в этом. Давайте посмотрим еще. Еще это может быть, что туз мечей говорит о том, что, в принципе-то, вы поступаете разумно, и у вас все хорошо. Но в отношениях с людьми вы стали как-то грязки, грубые, деспотичные, не считаетесь с их чувствами в погоне за своими целями. Поэтому вот такой вам совет от карт Таро. Будьте спокойны, не позволяйте мечам пробиться в феврале в ваш месяц, в ваши дела в феврале. Возможно, вы будете злоупотреблять своим интеллектуальным превосходством над сослуживцами, возможно, в сделках каких-то, в бизнесе. Так что следите обязательно за этой картой. Давайте спросим еще, какие нас ожидают события стрельцов в 2020 году, в феврале месяце. Туз вот говорит, что даже, вот, знаете, это конфликт не только с окружающим, вы даже можете сами с собой конфликтовать.
То есть настолько можете раскалиться, у вас ситуация какая-то, настолько вы можете сами себя раззадорить, что начнете ругаться сами с собой. Ну вот, замечательная карта нам выпала. Карта называется «Мир». Это 21-й аркан. Это ваши цели достигнуты, ваше развитие, обучение завершено. Вы усвоите какие-то уроки из жизни, необходимые вам были для того, чтобы вы закончили свой процесс, необходимые для этого перевоплощения. И вы станете тем, кем должны стать. Вы достигли всего, все цели вашими достигнуты, задачи все выполнены. Вы достигли совершенства, единства мысли, души, тела, духа. Полное понимание вашей собственной внутренней природы и сил, окружающих вас. Вы знаете, что хорошо, что плохо в этом мире, и везде у вас есть осознание и порядок. И вы достигнете цели, даже более высокие, чем те, к которым вы стремились в начале пути. И эта карта говорит, что здесь нет никаких крушений, вы на верном пути, у вас все правильно, вы все делаете правильно, и у вас все хорошо. И давайте последнюю карту достанем, пятую. В нашем раскладе на февраль для стрельцов. Это будет награда за все ваши усилия. Но есть, кстати, одно предупреждение здесь у этой карты. Достигнув вот этой хорошей высоты, у вас нет уже потребности двигаться дальше, достигать чего-то еще. И если вы решите так себя вести, то тогда вместо почести и лавров результатом будет стагнация и застой. Поэтому помните, что работа выполнена, но надо двигаться дальше. И поэтому, хоть у вас, как-то говорят, в феврале, несмотря на все перипетии, ждет такое замечательное достижение, вы должны не застаиваться, не расслабляться, а двигаться дальше. И последняя карта для стрельцов. Паж кубков. Кубки у нас с вами означают, это хорошая масть, это полная противоположность мечам, они нам, несмотря на их близкое родство, они нам несут любовь во всех ее проявлениях, счастье, здоровье и заботу о других. Но вам выпал паж в перевернутом положении, паж кубков. Это говорит о том, что вы можете все-таки засидеться в своих лаврах и почестях, растратить таланты, безделие, лесть, обманщики могут появиться, какие-то хитрости могут быть рядом с вами. Можете растрачивать свою энергию на легкомысленные порывы, фантазии, и можете не увидеть и стать жертвой какого-нибудь обмана. Поэтому, как я вам сказала, не засиживайтесь на лаврах, а вам обещают лавры, это старшая карта. И пусть нам сработают кубки в правильном положении, когда несут хорошие новости, когда будет какая-то творческая отдушина, когда будут, может быть, рождение ребенка, либо многообещающие начала какие-то. Поэтому, дорогие мои стрельцы, февраль у вас достаточно импульсивный месяц. Главное, сами думайте, не позволяйте никому с авторитетом вмешиваться к вам. Тогда вас ждет успех. Будьте
на лаврах, но помните, что нужно двигаться дальше, и дальше нужно развиваться и расти. Всем всего доброго и до новых прогнозов, наших новых видео. До свидания.